Далее смотрите оперативную сводку от службы 112 по Амурскому району за прошедшую неделю. Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 5 по 11 октября 2015 года. Происшествия. 7 октября 2015 года в 15 часов 30 минут в городе Амурске на проспект Октябрьский возле дома номер 1 на контейнерной площадке обнаружена разлитая ртуть. 7 октября 2015 года в связи порывом на трубопроводе в районе участка водоподготовки с 12 часов была отключена подача холодного водоснабжения по адресу улица Пионерская, улица Амурская, проспект Мира с 1 по 24 дом, улица Лесная 6, 8, 10. Улица Школьная 7. Всего 58 жилых домов, 8656 человек, из них 480 детей. 10 октября 2015 года с 8 часов 30 минут до 10 часов 10 минут произошло отключение подачи электроэнергии в поселке Подоли в связи с замыканием на электроподстанции РЖД. Без электричества остались 120 домов, 226 человек, из них 54 ребенка. 10 октября 2015 года с 2 часов до 14 часов 40 минут произошло отключение подачи электроэнергии в поселке Оми в связи с повреждением ЛЭП Эльбан Оми. Без электричества остались 78 домов, 430 человек, из них 129 детей. Пожары в поселениях. В 12 часов 44 минуты 9 октября 2015 года в городе Амурске в квартире по проспекту Комсомольский 55 произошло загорание мебелью и домашних вещей. Общая площадь пожара 4 квадратных метра. В квартире обнаружен труп женщины 1952 года рождения. В 15 часов 57 минут 9 октября 2015 года в поселке Индивидуальный на улице Горная 13 произошло загорание бани из бруса. В результате пожара обгорели стены бани, внутри бани сгорел холодильник, повреждено пластиковое окно. Общая площадь пожара 12 квадратных метров, пострадавших нет. 3 часа 8 минут 11 октября 2015 года в поселке Эльбан во втором микрорайоне в квартире дома 21 произошло загорание дивана и телевизора. Общая площадь пожара 1,5 квадратных метра, пострадавших нет. В поселениях района произошло пожаров и загораний 6, из них в городе Амурске 4, в поселке Эльбан 2. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы. We'll be right back.